Спасибо большое за донат, Александр Семынин. Погнали. А, что-то «Лучик мой любимый ЛМЛ». Это вот эта песня, да, типа? Какое такое там было, я помню. Кстати, обратите внимание, ВИА большими буквами, ГРА маленькими. Знаете почему? Потому что вокально-инструментальный ансамбль ГРА. О, ГРА, типа, игра. Христианский рок. Ну, вообще, христианский рок, это же просто, это не название даже жанра, это скорее, типа, что угодно может быть, ну, как бы, есть христианский black metal, называется white metal. Думаю, да, там, когда рок появился, где-то почти сразу и христианский рок появился. Это просто скорее тема. Блять, сука, отвлекся, не посмотрел внимательно. Так, смотрите, сейчас, извиняюсь. Не могу соло до Симен, где из Хэтмастер покориться. Не видишь жить. Игроков прячет свои фингерс. Спасибо большое. Хир рядом с гейбойс fucking slave бежит. Так. Все. Пусть все будет, как и должно быть. Bondage party. Следуй за yes. И не сломить твоей у меня пусть даже мимолетной выдохом. Я знаю, как выглядит машина. Если бы я не уставал от других вещей тоже, было бы вообще отлично. Я хочу высказать тебе, что говорит мне мой. Тогда встает перед моими глазами. Я потому что без тебя мы не единственные. И гачи звуки барабанные добавлены. Бля, роскошный микс, охуенный. Блять, бьет. На постере лучший состав Виагры.
Рука, ах, да-да-да. Осуждаю. Кстати, Вера Брежнева, по-моему, оттуда же, откуда у меня корни, из того же города. Да. Ну, сейчас он называется Каменское. Так. Камьянское. Я не знаю, как правильно произносится. Врать не буду. Венчик мой любимый. Охуенно.